Привет, ребята, опять у меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И сегодня мы с вами будем разбирать ту песню, которую вы мне очень много раз писали в комментариях, а именно группа Нервы «Я не хочу без тебя спать». Ну а перед началом этого разбора обязательно проверь, поставил ли ты лайк и подписан ли ты на наш канал, потому что мы с Пепой будем очень сильно огорчены, если ты до сих пор не в нашем укулеле комьюнити. Ну а сейчас бери укулеле в руки и погнали учиться. И вот как оно у тебя будет выглядеть. Я не хочу без тебя спать, я не хочу умереть в кровати, я не хочу без твоих объятий, невыносимо тебя. Я не хочу без тебя дышать, лишь одеяло согреет плечи. Ты знаешь, меня это не лечит. Я не хочу без тебя спать. А теперь погнали учиться играть. Разбор на укулеле. Перед тем, как разбирать эту песню, быстренько скажите, как вам мой новый маникюрчик. И для начала, как всегда, начнем с вами изучать эту песню с аккордов. Единственный момент, я вам покажу два варианта аккордов, какие вы можете использовать в данной песне. Возьмем оригинальную пока последовательность. Первый аккорд — аккорд Е бемоль, или по-другому Д диез. Нажимаем с вами первую струну на первом ладу. Далее зажимаем с вами вторую, третью струну на третьем ладу. Второй аккорд — аккорд Д. Зажимаем четвертую, третью, вторую струну на втором ладу. Третий аккорд — аккорд GM. Мы зажимаем с вами первую струну на первом ладу. Далее вторую струну на третьем ладу. И третью струну на втором ладу. И последний аккорд — аккорд B бемоль. Мы зажимаем с вами баре на первом ладу. Вы можете зажать его полным, неполным. Ну а для тех, у кого уже мандраж при слове баре, то у меня есть целое видео на канале, как его правильно играть. И оказывается, это не все так сложно там. Обязательно посмотри и приди сюда. Но вернемся к этому аккорду. Зажимаем с вами полный или неполный баре на первом ладу. Далее зажимаем третью струну на втором ладу. И четвертую струну на третьем ладу. Ну или вот так вот. Так даже будет удобнее, кто только начал играть баре. Ну а для кого вообще вот и так неудобно, то как бы зажмите типа ЕМ, но при этом первую струну немножечко приглушите. То есть у вас тоже это так пойдет. Итак, получается Е бемоль, Д, GM и Б бемоль. Ну или такой, вы помните. Это как бы оригинальные у нас с вами аккорды. Но если так получается, что что-то как-то сложновато опеть-то песню эту охоту, то есть простой вариант. Просто вы можете его играть как с каподастром, так и без каподастра. Давайте для начала аккорды я тебе покажу. Первый аккорд — аккорд Фа. Зажимаем с вами вторую струну на первом ладу. Далее четвертую струну на втором ладу. Второй аккорд — аккорд Е7. Зажимаем с вами четвертую струну на первом ладу. А третью и первую струну на втором. Следующий аккорд — аккорд АМ. Зажимаем четвертую струну на втором ладу. И аккорд С. Зажимаем первую струну на третьем ладу. Получается Фа, Е7, АМ, С. То есть вы можете с такими аккордами играть, а если хотите, ну, как бы ближе быть к оригиналу, можете попробовать сыграть эти аккорды с каподастром на первом или втором ладу. То есть они будут звучать чуть-чуть повыше. Пожалуйста. То есть у вас есть аж три варианта, как вы можете играть аккорды этой песни. И поэтому этот аккорд мы ставим следующим образом. Пепа, что у тебя там такое? Это же мой интерактивный сборник по укулеле для начинающих и продолжающих, где написана вся нужная тебе информация без лишней воды и в виде картинок. Ну а если навести телефон на QR-код, то откроется видео по данной теме. Вся подробная информация по содержанию и как его приобрести по ссылке в описании. Разбор на укулеле. С аккордами более-менее понятно, давайте разберемся с куплетом. Смотрите, я буду сейчас показывать на оригинальных аккордах, но вы помните, что есть еще разные варианты, как вы можете сыграть. В куплете первым, первые вот эти четыре строчки, мы играем просто удар вниз один раз на один аккорд. Ничего не снится, мне не спится, чтобы не спится, я возьму спицы. И вот потом на строчку «Свяжу любовь из порванных нервов» мы начинаем с вами играть шестерочку. По-другому это вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх. Вверх, вниз, вверх. И это мы с вами играем один раз на один аккорд, вот именно на вот этой вот строчке. То есть получается... Свяжу любовь из порванных нервов. И вот на слова «Она все-таки стерва» мы играем там бемоль с одним ударом вниз. То есть «Она все-таки стерва». То есть получается... Свяжу любовь из порванных нервов. Она все-таки стерва. Супер. Давайте сейчас подойдем к этому моменту, соберем все, что уже знаем. Ничего не снится, мне не спится, чтобы не спится, я возьму спицы. Сижу любовь из порванных нервов.
она все-таки стерва. Дальше играем следующие строчки уже просто боем. Единственное, вот последнюю строчку вернись, там будет джем. Играем просто один удар вниз. Давайте сейчас покажу, все поймешь. Искусала тело, душу целовала, травки пела, но и, видимо, было мало. Давайте теперь полностью сейчас соединим первый куплет. Ничего не снится, мне не спится, чтобы не спится, я возьму спицы. Свяжу любовь из порванных нервов, она все-таки стерва. Искусала тело, душу целовала, кровь кипела, но и, видимо, было мало, убежала. Это у нас был первый куплет. У кого возникают трудности, как же петь и играть одновременно, Дарья, то у меня есть целый видос на канале. Я там подробно все объясняла. Разбор на укулеле. Теперь берем с вами припев. В припеве довольно-таки все просто. Сохраняется этот бой шестерочка один раз на один аккорд. И давайте прям сразу покажу, что получится у вас. Я не хочу без тебя спать. Я не хочу умереть в кровати. Я не хочу без твоих объятий. Невыносимо тебя желать. Я не хочу без тебя дышать. Лишь одеяло согреет плечи. Ты знаешь, это меня не лечит. Я не хочу без тебя спать. Ну, или вы можете на джем сделать удар вниз, как бы как вариант. Далее, после припева у нас с вами идет такой небольшой проигрыш с аккордами Е бемоль, Д и джем. Единственное, джем мы будем с вами играть два раза подряд. Это все играем, если что, боем шестеркой. То есть получается... Я не хочу без тебя спать, я не хочу умереть в кровати, я не хочу без твоих объятий, невыносимо тебя желать. Я не хочу без тебя дышать, лишь одеяло согреет плечи, ты знаешь, это меня не лечит, я не хочу без тебя спать. И что идет? Правильно, проигрыш. С вами у нас идет второй куплет. Мы первые четыре строчки этого куплета играем просто в удар вниз. Я не сплю уже 3 недели, кофе не пью и так на пределе. Если сойду с ума, виновата ты сама. Ну а дальше у нас идет бой шестерка. Полночь позвонила, цепи разорвала, снова разбудила. Все-таки ей было мало, убежала. Идет что? Правильно, припев. Я не хочу без тебя спать, я не хочу умереть в кровати, я не хочу без твоих объятий, невыносимо тебя желать. Я не хочу без тебя дышать, лишь одеяло согреет плечи, ты знаешь, это меня не лечит, я не хочу без тебя спать. И что идет? Правильно, проигрыш. Теперь давай соединим полностью второй куплет и припев. Я не сплю уже 3 недели, кофе не пью и так на пределе. Если сойду с ума, виновата ты сама. В полночь позвонила, цепи разорвала, снова возбудила. Все-таки ей было мало и убежала. Вернись, я не хочу без тебя спать, я не хочу умереть в кровати. Я не хочу без твоих объятий, невыносимо тебя желать. Я не хочу без тебя дышать, лишь одеяло согреет плечи. Ты знаешь, это меня не лечит, я не хочу без тебя спать. Вот Дарья мимо нотки 100 раз уже спела эту песню, и все в одном моменте мимо ноты. Ну, извините, извините. Разбор на укулеле. Далее у нас с вами играется такой небольшой бридж. Единственное, будьте внимательны, сейчас я вам отметила вот тут вот, где сколько раз играется бой шестерка. То есть, да, мы все там играем бой шестерка. Единственное, в каких-то моментах играем ее 1 раз на 1 аккорд, в каких-то моментах 2 раза на 1 аккорд. Как ты могла так поступить? Yeah.
Как-то так. Если у тебя остались какие-то вопросы, непонятки, обязательно пиши в комментариях или просто промотай на нужный моментик, в тайм-коде все прописано. Если тебе понравился данный разбор, обязательно поставь лайк. Напиши в комментариях, какую следующую песню, мелодию мне разобрать. Ну а для тех, кто хочет показать мне все свои укулеле старания, все очень просто. Учите любую песню и мелодию с моих разборов и выкладывайте их себе в Инстаграм с пометкой Даша Кирпич, чтобы я увидела и дала тебе обратную связь. Ну а кто хочет поддержать все мои труды и старания в финансовом плане, вы можете приобрести сборничек или наклейки с открытками, ну а также просто задонать любую сумму на Донаталерс или на Бусти. Вот как делают все эти ребята. Спасибо им огромное за это. Взамен они получают клевые ништяки и весь раздачный материал. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока.